Италия знаменита многими вещами. И одна из них – скорость. А когда вы представляете себе скорость в итальянском стиле, на ум приходит одно имя – Феррари. У этой марки больше всех побед в истории Формулы-1. Но компания натолкнулась на препятствия. Продажи нестабильны. Это переломный момент для одной из самых легендарных марок в автопромышленности. Их ответ невероятно рискован. Некоторые задаются вопросом, а не сошло ли руководство фирмы с ума? Четырехместный полноприводный суперкар. Да еще и хэтчбэк. И это Феррари? Мегазаводы, суперавтомобили, Феррари FF. Для многих автолюбителей название Маранелло Италия означает лишь одно – Феррари. Ваша цель – трасса и победа над ней. Феррари отлично удается побеждать. Это единственная фирма, принимавшая участие во всех сезонах Формулы-1 с начала проведения соревнований в 1950 году. На счету Феррари 15 индивидуальных и 16 командных чемпионских титулов. Это название насыщено романтикой автоспорта. Долгие годы компания была знаменита созданием гоночных болидов Формулы-1. И их потребительских аналогов крутых двухместных суперкаров. Мы можем дать вам спортивное ощущение от вождения наших машин. Но Феррари приходится приспосабливаться. Мы должны понимать, каким путем идет эволюция потребителей. На рынке эксклюзивных спорткаров становится все теснее. И компании нужен новый автомобиль. Это абсолютно новая модель, потому что наша цель – совершенно новый потребитель. Это нечто дерзкое, шокирующее. Иное. Значительные инновации в нашем взгляде на продукт. Ответ был представлен на Женевском автосалоне в 2011 году. Сегодня это не просто сюрприз. Эта машина FF является для нас очень важным, удивительным вызовом. Раз, два, три, вот она. Феррари FF. Суперкар, не похожий ни на один другой суперкар на дорогах мира. Но есть риск, что машина расколет любителей марки на два лагеря. Мы все думаем, что в Феррари работают ребята, которые предложили. Это настоящее безумие, давайте это сделаем. Дизайн автомобиля значительно отходит от традиционного. Это большой риск для компании. Пуристы скажут, что машина должна выглядеть как спорткар, но нет. Некоторые задаются вопросом, не сошли ли в компании с ума. Она невероятно быстрая, с невероятными возможностями, не такие уж они и безумцы. Но в компании считают, эта модель должна потрясти рынок. Это новый сегмент, это наш ответ изменениям в мире. Чтобы достичь цели, компании нужно реагировать на эти изменения. В последние годы продажи были нестабильны.
И хоть людей, способных позволить себе Феррари, экономический кризис затронул не так сильно, он определенно нарушил прогнозируемость продаж. Они бизнесмены, вероятно, в какой-то момент кто-то посмотрел аналитику и понял, что у владельцев Феррари также есть машины с багажником, какие-нибудь внедорожники или другие машины с нормальными задними сиденьями. И тогда они подумали, а зачем отдавать эту возможность кому-то другому? Исторически эта марка никогда не ассоциировалась с практичностью. Но сейчас, чтобы сохранить лидирующие позиции, это необходимость. Времена меняются, и нам нужна машина, которая еще лучше будет отвечать запросам наших клиентов. Главный запрос — я бы хотел как можно больше использовать свой Феррари. Это замкнутый круг. Марка знаменита победами в Формуле-1 и переносом гоночных технологий на улицы. Это стоит денег. Но при этом продать можно лишь ограниченное число двухместных суперкаров, в которых негде возить купленные в магазине продукты. FF — это попытка Феррари сказать: «Хорошо, хотите ездить на Феррари круглый год? Вам нужен багажник, задние сиденья? Пожалуйста». В автомобильном мире FF остается классической итальянской машиной, которая немедленно, с первого взгляда, вызывает эмоции. В них или влюбляешься, или ненавидишь. Феррари FF имеет кузов редкого типа, охотничий привал. Очень странный термин для двухдверного универсала. Термин «охотничий привал» изначально относился к повозкам, на которых группа охотников разъезжали по частным угодьям. Название звучит изысканно и старомодно, но выбрано специально для того, чтобы у клиентов не возникало типичных ассоциаций, связанных с универсалами. Автомобиль задумывался как машина для четырех человек. Это означает, что внутри должно быть достаточно места. Это также важно для определения внешних очертаний машины. Для Феррари форма и стиль — это главное, как в автомобилях, так и на производстве. За старыми кирпичными стенами находится современный комплекс, архитектура которого имеет такое же значение, как и сами автомобили. Завод Феррари — огромный комплекс невероятно крутого оборудования, залитого морем капучино. Комплекс завода раскинулся на площади в 250 тысяч квадратных метров. Здесь есть литейное производство, инструментальный цех, покрасочный цех, сборочная линия и даже аэродинамическая труба. Это место, где ценится как история, так и футуристические идеи. Это очень нехарактерно для Италии. Корпоративный дух, все чисто, все делают то, что должны. Но когда замечаешь, как двигаются роботы, что они собирают, вот тогда понимаешь особенность производства. Оно особенное, потому что философия компании связывает качество своих автомобилей с качеством рабочих мест. С 1997 года Феррари потратила 200 миллионов евро на новые здания завода. В этом здании мы сделали серьезный акцент на то, что мы называем «формула Уома», которая ставит человека на первое место. Например, мы придаем большое значение свету. Здесь очень большие окна, здесь также много зелени, что делает рабочую атмосферу более приятной. Вряд ли кто-то оспорит красоту завода Феррари. Но некоторые пуристы готовы оспорить внешний вид модели FF, которую здесь собирают. Вплоть до заявлений, что Феррари продала душу.
Но с характеристиками машины сложно спорить. Максимальная скорость FF – 335 км в час. Достижение баланса скорости и стиля остается главной задачей в создании любых суперкаров. Было проведено множество исследований, чтобы добиться наилучшего компромисса с точки зрения дизайна и получить автомобиль, остающийся спортивным, потому что это Феррари, но вместе с тем не столь агрессивным. Иногда он даже должен быть элегантным. Внешность машины – самая бросающаяся в глаза, очевидная перемена. Но в ней это не самое революционное. Я работаю в Феррари с 1971 года. И главной революцией является то, что за все это время не возникало и мыслей о создании полноприводной машины. Никто в Феррари представить себе не мог привод на 4 колеса. Полный привод нужен для использования автомобиля в дождь, на заснеженной дороге, в тех ситуациях, в которых Феррари не используют. Кроме того, компания никогда не делала ничего подобного. Это наш первый полный привод. Но эта машина Феррари. Это означает, что вождение должно приносить удовольствие. Нехватка у компании опыта в разработке полноприводных машин могла оказаться главной слабостью. Однако это оказалось ее сильной стороной. Им удалось уйти от традиционных решений и еще раз рискнуть. Это новое решение, оригинальное решение привода на 4 колеса. FF представляет собой серьезный прорыв благодаря уникальной системе полного привода. Ничего подобного нет ни на одной машине мира. Компания использовала в автомобиле подход из Формулы-1. Чем легче, тем быстрее. Это же относится и к системе полного привода. В чем проблема обычного полного привода? Главная проблема — вес. Вес — главный враг всех суперкаров. А еще большую проблему он представляет для полноприводного суперкара. Одна лишь система полного привода может иметь катастрофические последствия для веса машины. Дополнительные редукторы, карданы. У обычной полноприводной машины двигатель вращает раздаточную коробку. Раздаточная коробка передает энергию в двух направлениях с помощью двух карданных валов. Решение Феррари полностью отказаться от раздаточной коробки. Вместо этого здесь используются две коробки передач, но лишь один карданный вал. Возможно, технология сложна, но результат — нет. Феррари FF быстра. Она способна развить скорость 335 км в час. Еще одно революционное решение, позволяющее Феррари полностью пересмотреть идею полного привода. Компьютер. Сюрприз в том, что у машины семискоростная автоматическая коробка сзади и двухскоростная автоматическая коробка спереди, и компьютер просто переключает муфты сцепления и решает, как это все должно работать. Этот компьютер был разработан командой разработчиков для Формулы-1. Как всегда в Феррари мы занимаемся инновациями, технические новшества в крови марки. Мы всегда также сохраняем прочные связи с нашим прошлым. Между Формулой-1 и FF есть прямая связь. С Формулой-1 мы работаем в трех важных областях. Это двигатели, аэродинамика и электроника. В то время как на разработку автомобиля ушло почти 3 года, на доводку электроники ушло почти 6 лет.
Со специалистом команды Формула-1 мы разработали множество алгоритмов для нашей модели. Результатом стало множество новых электронных систем. Используя формулы, разработанные гоночной командой фирмы, все эти системы работают вместе, как единая компьютерная система. Теперь мы имеем общую систему, состоящую из программ всех подсистем, позволяющую нам оптимизировать все в автомобиле. Компьютер также управляет двигателем. Я хотел бы начать с двигателя, потому что, конечно, это главный компонент автомобиля. Это абсолютно новый, V-образный 12-цилиндровый мотор мощностью 660 лошадиных сил. Эти высокие технические характеристики, главная отличительная черта марки, способность зарабатывать деньги, вероятнее всего, недалеко от нее отстает. Марка принадлежит Фиату и имеет самый большой доход среди всех марок, принадлежащих концерну. Прибыль так высока, что компания с горцующим конем на логотипе оценивается в сумму около 3 миллиардов евро. А общая стоимость концерна Fiat, по мнению аналитиков, составляет около 8 миллиардов евро. В случае успеха новая модель FF способна еще больше увеличить доходы Ferrari. Это джентльмен мира суперкаров. Внутри очень красиво, все на своих местах. Просто мечта с точки зрения вождения. Здесь шутят, что эта машина не уступит на гоночной трассе, а на городских улицах она не хуже Лексуса. Последние несколько лет завод Ferrari выпускал от 6100 до 7100 машин в год. FF может увеличить эти цифры на 15%. В Маранелло находятся все участники производства Ferrari. Мы начинаем с двигателей, которые выпускаем в здании на другой стороне дороги. Жизнь этих двигателей начинается не с гаечного ключа, а с расплавленного металла. Если вы представляете себе литейное производство как темное, грязное место со всполохами пламени, завод Ferrari станет для вас сюрпризом. Литейное производство представляет собой чистое, хорошо освещенное помещение. Больше напоминающие лабораторию, чем завод. Двигатель FF производится из легкого алюминия. Мы плавим алюминий, болванки. В печи температура достигает порядка 800 градусов. Жидкий металл заливается в огромный ковш. Рабочие берут образцы расплавленного алюминия для проверки соответствия химического состава. Затем расплавленный металл переливается во вторую печь для дополнительного разогрева. Для полного заполнения этой печи нам требуется от 800 до 900 килограммов алюминия. Для изготовления одного двигателя требуется около 75 килограммов расплавленного алюминия. Мы расплавляем около 900 килограммов алюминия, то есть 12 будущих двигателей для FF. Пора разливать расплавленный металл в формы для создания заготовок деталей двигателя. Алюминий остывает, но температура все еще очень важна.
Температура – это критический параметр. Температура в форме составляет около 300 градусов. Это крайне важно, потому что температура в форме оказывает большое воздействие на механические свойства двигателя. Для создания двигателя используются два вида форм. Некоторые из них изготавливаются из стали и могут быть использованы снова и снова. Стальные сплавы позволяют очень точно контролировать температуру. Крайне важно очень быстро снизить температуру алюминия после отливки для обеспечения хороших механических свойств. Второй тип форм делается из песка. На заводе есть отдел, изготавливающий основы из песка. Это крайне важно, так как они используются для создания пустот в двигателе. Без этих матриц в стальной форме будут получаться лишь гигантские куски алюминия. Это пустоты головки цилиндров. Этот блок устанавливается внутри многоразовой формы. Она закрывается, внутрь стальной формы заливается алюминий. Даже вид песка нужен особый. На этом этапе очень важно качество песка, потому что в песке присутствуют смолы, способные привести к дефектам формы. Например, пузырьки, скопление газа, другие подобные дефекты. Это вам не игра в песочнице. Матрица переворачивается. И снова в FF используется достижение гоночной команды Формулы-1. Точно такой же процесс используется в Формуле-1. У нас есть небольшой отдел, где мы отливаем детали только для Формулы-1. В цеху есть зона контроля, где измеряются все готовые отливки. Оператор изучает пустоты, чтобы там не было дефектов. К допускам предъявляются серьезные требования. Максимально допустимое отклонение — 0,5 миллиметра. То, что оператор не может проверить визуально, он проверяет с помощью рентгеновского аппарата. Это первый из множества этапов контроля качества, через которые предстоит пройти деталям Ferrari FF. Потому что при запуске радикально новой для марки модели здесь не оставляют ничего на волю случая. Целое здание комплекса отведено под инструментальную обработку и превращение грубых металлических заготовок, поступающих из литейного производства, в безупречные детали двигателя. В этом здании производится механическая инструментальная обработка головок цилиндров, блока двигателя, коленвалов. Коленвал, которому с помощью шатунов закрепляются поршни, является хребтом этого V12. Это один из самых сложных в изготовлении компонентов. На создание одного коленвала требуется 35 дней. Когда из литейного цеха поступает заготовка, рабочие начинают удалять лишний металл. Около 50% материала отливки будет сточено. Подвергают термической обработке. Снова вручную стачивают металл. Прежде чем произвести окончательную доводку.
Как в старые времена, рабочие подтачивают и полируют детали двигателя вручную. Но и роботы тоже принимают в этом участие. Моторомантика — это роборомантика. Роботы — множество роботов. Конечно, там есть и люди. Они просто создают произведения искусства с помощью роботов. Роботизированное искусство с литературными реминисценциями. Это один из двух участков работы роботов, где в головке цилиндров вставляются клапанный механизм. Роботов на этом участке мы прозвали Ромео и Джульетта, потому что один из них подает детали другому, прежде чем вставить их в головку. Шекспир и представить себе не мог, насколько холодной может быть любовь. Ромео и Джульетта охлаждают клапанные седла до минус 126 градусов Цельсия. В жидком азоте. Когда головка двигателя снова нагреется до комнатной температуры, седла окажутся прочно зажатыми на месте. Сердцу сверхмощного двигателя приходится несладко. Они красивые, мощные и очень быстрые. Эти машины на порядок лучше остальных. Время узнать, почему. Гоночная машина только с номерами. Мы отправляемся туда, где производят эти потрясающие машины. Наслаждайтесь поездкой. Мегазаводы, суперавтомобили. По средам в 23:00 на NatGeo HD. Завод Феррари готов к сборке всемирно известного двигателя V12. Мы находимся на участке сборки двигателей. После литейного инструментального цехов мы прибыли в место, где обработанные литые кованые детали собираются в готовый двигатель. Это линия сборки 12-цилиндровых моторов. От начала до конца двигатель собирается одним человеком. На это у него уйдет 5 дней. 5 дней на создание шедевра мощностью в 660 лошадиных сил, пришедшего прямо с трасс Формулы-1. Также мы работаем с командой Формулы-1 в вопросах разработки материалов двигателя и методик повышения его характеристик, разработки разных его компонентов. Все начинается с установки блока двигателя на специальную тележку. Проверяются поршни. В двигатель устанавливается коленвал. Детали тщательно смазываются. Очень медленно на место вставляется каждый из 12 поршней двигателя. Прокладки. Устанавливаются головки цилиндров. Нижняя часть картера встает на место и аккуратно прикручивается болтами. И, наконец, выпускные коллекторы. Еще один 12-цилиндровый двигатель готов к отправке на сборочную линию. Получившее в корне переработанное очертание Ferrari FF готово к рождению. Но сначала ей нужен новый кузов, изготовленный из 23 различных металлов.
В мире, где многие производители экзотических автомобилей используют углеволокно и другие композитные материалы, чтобы снизить вес машины, Феррари использует алюминий. Наследие машин Формулы-1, которые все изготавливались с алюминиевым кузовом. Модель FF является плодом эволюции изучения алюминиевых сплавов, проводимых для максимального снижения веса автомобиля. Каждую деталь мы изготавливаем из подходящего сплава. Кузов FF создается на заводе Ferrari в Скаглиетте, расположенном в 18 километрах от Маранелло. Это единственный этап производственного процесса, осуществляемый не в стенах заводского комплекса. Однако, возможно, это самый художественный из этапов. Работа с алюминием — это искусство. Создание кузова автомобиля — это как создание скульптуры. Скульптура, которая создается часть за частью по мере того, как мастера сваривают их воедино. В Скаглиетте мы производим все кузова от первых прототипов до серийных моделей. В 60% кузова собирается мастерами на линии. Работать с алюминием намного сложнее, чем со сталью. Но компания Ferrari выбрала его, потому что он намного легче и прочней. Это необходимое сочетание легкости и прочности заставило инженеров Ferrari выбрать 23 различных материала. 23 — это очень большая цифра, но в будущем, вероятно, мы ее увеличим. Каждая деталь автомобиля должна быть создана с учетом максимального снижения веса. Сначала алюминиевая пространственная рама устанавливается на линию. К ней крепятся такие крупные детали, как задние крылья. Крыша. В середине процесса производится контроль качества, на котором устройство с 5 степенями свободы измеряет допуски и зазоры. Затем навешиваются двери. Устанавливается характерная охотничья задняя дверца. Передние крылья. И, наконец, капот. Мастера следят за безупречностью зазоров и поверхностей перед еще одним этапом контроля качества. На этот раз специальное освещение помогает рабочим заметить любые недостатки на листовом металле. Теперь готовый кузов FF отправляется в Маранелло. Пока все кузова были одинаковыми.
Но вскоре это изменится. В комнате, которую видели очень немногие. Если вы один из немногих счастливчиков, способных позволить себе приобрести столь роскошный суперкар, скорее всего, обивку салона и другие опции вы выбирали именно здесь. На сегодняшний день 99% Ferrari получают по меньшей мере одну специальную опцию по заказу клиента. Это те, кто хочет выбрать дополнительные опции для своей новой машины. Это ателье, работающее на заказ. Особое. Только особые клиенты сюда приходят. Клиенты, которые хотят, чтобы их FF отличалась от обычной, простой FF за 233 тысячи евро. Например, мы обшивали потолок FF кашемиром. Обычно потолок обшивается очень простым материалом. В этой машине ощущения от прикосновения были совершенно иными. Богаче. Кашемир — лишь одно из множества возможных улучшений FF. В среднем покупательские дополнения увеличивают стоимость FF на 58 250 евро. Для багажника этой FF мы хотим использовать нечто особенное. Это отличный штрих, потому что материал со временем меняет цвет. Мы стремимся к экспериментам. Но к материалам, которые будут применены в автомобиле, нужно подходить с умом. С умом, потому что клиентские возможности изменения Ferrari не безграничны. Клиенту, который приходит сюда, чтобы персонализировать свою машину, всегда помогает персональный дизайнер, который знает, что достойно марки. Поэтому в этой комнате ни в коем случае не может родиться розовый Ferrari. На розовый они не согласны. Но одним из самых популярных цветов является тот же самый красный, в который они красят все свои гоночные болиды Формулы-1. Этот классический красный цвет Ferrari, как и все остальные предлагаемые цвета, наносится в покрасочном цеху завода в Маранелло. Мы находимся на первом важном этапе процесса — мойка и очистка кузова. Автомобиль окунается в химикаты, защищающие его от ржавчины. Цель окраски — обеспечение защиты от коррозии. Следующий этап после электрофорезного покрытия — нанесение герметика. В конечном итоге Ferrari получит 4 слоя лакокрасочного покрытия. Слой электрофорезного покрытия, слой грунта, слой краски и слой лака. Этот процесс нельзя торопить. На то, чтобы полностью окрасить FF, нам нужно 2,5 дня. Много работы для очень тонкого слоя краски. Толщина краски 200 микрон. Толщина 2 листов бумаги. Окончательная проверка очень для нас важна, потому что это ручная работа, визуальная оценка. Люди умеют находить все огрехи в покраске, лишь глядя на отражение света на поверхности. Мы находимся в конце линии после контроля качества окраски кузова. Недостатки будут устранены, и мы сможем передать машину на сборочную линию. Свежепокрашенная Ferrari FF готова отправиться на сборочную линию. Линию, являющуюся одним из ключей к будущему компании Ferrari. Она создана для льда и снега. Она прошла жару и пламя. Она невероятно быстра.
И это полное обновление марки. Но FF нельзя назвать Ferrari, пока она не окажется на первой рабочей станции сборочной линии. Именно здесь руки всего одного человека закрепляют логотип, который олицетворяет нечто большее, чем просто скорость. Это логотип, чье значение и завоевание в Формуле-1 компания Ferrari решила поставить на карту с введением модели FF. Машины, не похожие ни на одну другую модель Ferrari, но созданную почти точно так же. Качество автомобиля всегда было главной целью нашей работы. Мы одержимы этой идеей, когда собираем автомобили, вне зависимости от того, работаем ли мы с механизмами или деталями кузова. Сборка начинается с лазерной раскроечной машины. Это станок лазерной резки. Он помогает выбрать лучшие части кожи, потому что лишь лучшая кожа может быть использована в наших салонах. Кожаные элементы затем отправляются в два цеха, находящихся рядом со сборочной линией. Рабочие устанавливают огромный компьютерный чип, основанный на технологии Формулы-1, соединяющий вместе все подсистемы машины. Настало время панели приборов. В день на заводе собирается всего 6 Ferrari FF. На этой линии собирается силовой агрегат. Мы соединяем двигатель и трансмиссию, затем силовой агрегат устанавливается на автомобиль. Это сердце машины. Вдохновленная Формулой-1 сердце в 660 лошадиных сил, быстро бьющееся на гоночной трассе. Установка двигателя занимает менее 2 минут. Получив сердце и логотип, FF превратилась в почти готовую к гонке Ferrari. Но еще не совсем. Нужно еще несколько деталей, прежде чем она сможет называться настоящей Ferrari. Устанавливается еще один элемент, проверенный на гоночных трассах. Углеродно-керамические тормоза. Затем радиатор. Фары. И колеса. Установка рулевого колеса — особая операция, потому что именно в этот момент идет программирование компьютера, разработанного для Формулы-1 под каждый конкретный заказ. Как когда вы впервые включаете домашний компьютер, он спрашивает, в какой стране вы находитесь, часовой пояс, предпочитаемый язык. Теперь каждый Ferrari FF знает показывать километры или мили в час. Литры или галлоны. Наконец, настало время установить на место собранные двери. Поставить сиденье. И провести последний контроль качества. Это рождение нового Ferrari FF. Но вопрос, должна ли была эта модель появляться на свет, остается открытым. С точки зрения инноваций, это очень важный шаг. Однако с точки зрения формы и всего остального, это нечто, чего у нас не было в прошлом. Первая всесезонная полноприводная модель Ferrari для любых погодных условий. Я ездил на ней по снегу, по горам. Конечно, скорее всего, чтобы поехать покататься на горных лыжах, люди предпочтут внедорожник. Но на FF можно доехать до гаража, где стоит внедорожник. Теперь рынок должен решить, удалось ли Ferrari совершить немыслимое.
Или это просто следующий логичный шаг в более чем полувековом наследии достижений Формулы-1? Разные Феррари для разных феррористов. Для разных покупателей Феррари. Это новая философия компании. Программа озвучена студией Арк ТВ. Текст читал Александр Гаврилин.